Уже 2 месяца почти, бессменно день и ночь в пути, на диво слаженный возок. А все конец пути далек. Княгинин спутник так устал, что под Иркутском захворал. 2 дня прождав его, она помчалась далее одна. Ее в Иркутске встретил сам начальник городской. Как мощи сух, как палка, прям высокой и седой. С плеча сползла его доха, под ней кресты, мундир, на шляпе перья петуха, почтенный бригадир. Ругнув за что-то ямщика, поспешно подскочил и дверцы прочного воска княгини отворил. Нерчинск, закладывать скорей. Пришел я встретить вас. Велите ж дать мне лошадей. Прошу помедлить час. Дорога наша так дурна. Вам надо отдохнуть. Благодарю вас. Я сильна. Уж недалек мой путь. Все ж будет верст до 800. А главная беда, дорога хуже тут пойдет. Опасная езда. 2 слова должен вам сказать по службе. И при том имел я счастье графа знать. 7 лет служил при нем. Отец ваш редкий человек. По сердцу, по уму, запечатлев в душе навек признательность к нему, к услугам дочери его готов я, весь я ваш. Но мне не нужно ничего. Готов ли экипаж? Покуда я не прикажу, его не подадут. Так прикажите ж, я прошу. Но есть зацепка тут. С последней почты прислана бумага. Что же в ней? Уж не вернуться ли я должна? Да-с, было бы верней. Да кто прислал вам? И о чем бумагу? Что же там, шутили, что ли, над отцом? Он все устроил сам? Нет, не берусь я утверждать. Но путь еще далек. Так что же... Даром и болтать. Готов ли мой возок? Нет, я еще не приказал. Княгиня, тут я царь. Садись. Я уже сказал, что знал я графа встарь. А граф, хоть он вас отпустил по доброте своей, но ваш отъезд его убил. Вернитесь поскорее. Нет, что однажды решено, исполню до конца. Мне вам рассказывать смешно, как я люблю отца, как любит он, но долг другой, и выше, и святей. Меня зовет. Мучитель мой, давайте лошадей. Позвольтесь, я согласен сам, что дорог каждый час. Но хорошо ли известно вам, что ожидает вас? Бесплодна наша сторона, а та еще бедней. Короче, нашей там весна, зима еще длинней. Да-с, 8 месяцев зима там, знаете ли вы? Там люди редки без клейма, и те душой черствы. На воле рыскают кругом там только ворнаки. Ужасен там тюремный дом, глубокие рудники. Вам не придется с мужем быть минуты глаз на глаз. В казарме общей надо жить, а пища — хлеб да квас. 5000 каторжников там озлоблены судьбой. Заводят драки по ночам, убийства, разбой. Короток им и страшен суд, грознее нет суда. И вы, княгиня, вечно тут свидетельницей. На. Поверьте, вас не пощадят, не жалится никто. Пускай ваш муж, он виноват,
А вам терпеть за что? Ужасно будет, знаю я, жизнь мужа моего. Так пусть же будет и моя, не радостнее его. Но вы не будете там жить. Тот климат вас убьет. Я вас обязан убедить, не ездите вперед. Да, страшный край. Оттуда прочь бежит и зверь лесной, когда стосуточная ночь повиснет над страной, а вы... Пусть смерть мне суждена, мне нечего жалеть. Я еду, еду. Я должна близ мужа умереть. Да, вы умрете, но сперва измучите того, чья безвозвратно голова погибла. Для него прошу, не ездите туда. Сноснее одному, устав от тяжкого труда, прийти в свою тюрьму, прийти и лечь на голый пол. И с черствым сухарем заснуть. А добрый сон пришел, и узник стал царем, летя мечтой к родным, к друзьям. Увидев вас самих, проснется он к дневным трудам и бодр, и сердцем тих. А с вами не знавать ему счастливых грез. В себе он будет сознавать причину ваших слез. Ах, эти речи поберечь вам лучше для других. Всем вашим пыткам не извлечь слезы из глаз моих. Покинув родину, друзей и любимого отца, приняв обет в душе моей исполнить до конца мой долг, я слез не принесу в проклятую тюрьму. Я гордость в нем спасу. Я силы дам ему. Презрение к нашим палачам. Сознание правоты опорой верной будет нам. Прекрасные мечты. Но их достанет на 5 дней. Не век же вам грустить. Поверьте совести моей, захочется вам жить. Тут черствый хлеб, нужда, позор, тюрьма и вечный гнет. А там... балы, блестящий двор, свобода и почет. Кто знает, может, Бог судил, понравится другой, закон вас права не лишил. Молчите, Боже мой. Да, откровенно говорю, вернитесь лучше в свет. Благодарю за добрый ваш совет. И прежде был там рай земной, а ныне этот рай своей заботливой рукой расчистил Николай. Там люди заживо гниют, ходячие гробы, мужчины — сборище Иуд, а женщины — рабы. Что я найду там? Хорожество, поруганную честь, нахальной дряни торжество и подлинную месть? Нет, в этот вырубленный лес меня не заманят. Где были дубы до небес, там ныне пни торчат. Вернуться, жить среди клевет, пустых и темных дел, там места нет, там друга нет тому, кто раз прозрел. Нет, я видеть не хочу продажных и тупых, не поклонюсь я палачу свободных и святых. Забыть того, кто нас любил, вернуться, все простить. Но он же вас не пощадил, подумайте, дитя. О ком тоска? К кому любовь? Молчите, генерал. Когда б не доблестная кровь текла в вас, я б молчал. Но если рветесь вы вперед, не веря ничему, быть может, гордость вас спасет. Достали своему с богатством, с именем, с умом, с доверчивой душой, а он, не думая о том, что станется с женой, увлекся призраком пустым, и вот его судьба.
И что ж, бежите вы за ним, как жалкая раба. Нет, я не жалкая раба. Я женщина, жена. Пускай горька моя судьба, ей буду я верна. О, если б он меня забыл для женщины другой, в моей душе достало б сил не быть его рабой. Но знаю, к родине любовь, соперница моя, и если нужно было б вновь, его простила б я. Княгиня кончила, молчал упрямый старичок. Так что ж, великий генерал, готовить мой возок? Не отвечая на вопрос, смотрел он молча в пол. Потом в раздумье произнес «до завтра» и ушел. На завтра тот же разговор. Просил и убеждал. И получил опять отпор почтенный генерал. Все убеждения истощив и выбившись из сил, он долго, важен, молчалив, по комнате ходил и, наконец, сказал: «Быть так, вас не спасешь, увы. Но знайте, сделав этот шаг, всего лишитесь вы. Так что же мне еще терять?» За мужем поскакав, вы отречение подписать должны от ваших прав. Старик эффектно замолчал. От этих страшных слов он, очевидно, пользы ждал, но был ответ таков: «У вас седая голова, а вы еще дитя. Вам наши кажутся права правами, не шутя. Нет, ими я не дорожу. Возьмите их скорее. Где отреченье? Подпишу. И живо лошадей». «Бумагу эту подписать? Да что вы! Боже мой, ведь это значит нищей стать и женщиной простой. Всему вы скажете прости, что вам дано отцом, что по наследству перейти должно бы к вам потом. Права имущества, права дворянства потерять. Нет. Вы подумайте сперва, зайду я к вам опять». Ушел, и не был целый день. Когда спустилась тьма, княгиня, слабая как тень, пошла к нему сама. Ее не принял генерал, хворает тяжело. 5 дней, покуда он хворал, мучительных прошло, а на 6-й пришел он сам и круто молвил ей: «Я отпустить не вправе вам, княгиня лошадей, вас по этапу поведут, с конвоем». Боже мой, но так ведь месяцы пройдут в дороге. Да-с, весной в Нерчинск придете, если вас дорога не убьет. Навряд версты 4 в час закованно идет. Посередине дня привал, с закатом для ночлег. А ураган в степи застал, закапывайся в снег. Да-с, промедленьем нет числа. Иной устал, ослаб. Нехорошо я поняла, что значит ваш этап. Под караулом казаков с оружием в руках этапом вводим мы воров и каторжных в цепях. Они дорогою шалят, того гляди сбегут, так их канатом прикрутят друг к дружке и ведут. Трудненек путь. Да вот скаков. Отправится 500, а до нерчинских рудников и 100 не дойдет. Они как мухи мрут в пути, особенно зимой. И вам, княгиня, так идти. Вернитесь-ка домой. О, нет, я этого ждала. Но вы,
Но вы злодей. Неделя целая прошла. Нет сердца у людей. Зачем же разом не сказать? Ушла бы я давно. Велите ж партию избирать. Иду, мне все равно. Нет. Вы поедете. Вскричал нежданно старый генерал. Простите. Да, я мучил вас, но мучился и сам. Но строгой я имел приказ преграды ставить вам. И разве их не ставил я? Я делал все, что мог. Перед царем душа моя чиста, свидетель Бог. Острожным черствым сухарем и жизнью взаперти, позором, ужасом, трудом этапного пути я вас старался напугать. Не испугались вы. И хоть бы мне не удержать на плечах головы, я не могу, я не хочу тиранить больше вас. Я вас в 3 дня туда домчу. Эй, запрягать сейчас! Словно под землю ведущую дверь увидела я. И солдата. Сурово смотрел часовой. Наголо в руке его сабля сверкала. Не золото, внуки, и здесь помогло. Хоть золото я предлагала. Быть может, вам хочется дальше читать. Да просится слово из груди. Помедлим немного. Хочу я сказать спасибо вам, русские люди. В дороге, в изгнании, где я не была, все трудное каторги время, народ, я бодрее с тобой унесла мое непосильное бремя. Пусть много скорбей тебе пало на часть, ты делишь чужие печали, и где мои слезы готовы упасть, твои уж давно там упали. Ты любишь несчастного русский народ, страдания нас породнили. Вас в каторге самый закон не спасет, на родине мне говорили. Но добрых людей я встречала и там, на крайней ступени падения. Умели по-своему выразить нам, преступники, дань уважения. Меня с неразлучной Катей моей довольной улыбкой встречали. Вы ангелы наши, за наших мужей уроки они исполняли. Не раз мне украдкой давал из полы картофель, колодник клейменный. Покушай, горячий. Сейчас из золы. Хорош
был картофель печеный. О, грудь и теперь изнывает с тоски, когда я о нем вспоминаю. Примите мой низкий поклон, бедняки. Спасибо я вам посылаю. Спасибо. Считали свой труд ни во что для нас эти люди простые, но горечи в чашу не подлил никто, никто из народа, родные. Рыданием моим часовой уступил, как Бога его я просила. Светильник, рот факела он засветил, в какой-то подвал я вступила и долго спускалась все ниже. Потом пошла я глухим коридором, уступами шел он. Темно было в нем и душно. Где плесень? Узором лежала, где тихо струилась вода и лужами к низу стекала. Я слышала шорох. Земля иногда комками со стен упадала. Я видела страшные ямы в стенах. Казалось, такие ж дороги от них начинались. Забыла я страх. Проворно несли меня ноги. И вдруг я услышала крики: «Куда? Куда вы? Убиться хотите? Ходить не дозволено дамам туда. Вернитесь скорей, погодите!» Беда моя! Видно, дежурный пришел. Его часовой так боялся. Кричал он так громко, так голос был зол, шум скорых шагов приближался. Что делать? Я факел задула, вперед в потьмах наугад побежала. Господь, коли хочет, везде проведет. Не знаю, как я не упала, как голову я не оставила там. Судьба берегла меня. Мимо ужасных провалов, расселин и ям Бог вывел меня невредимо. И стало, родные, светлей и светлей. Увидела я возвышение, какая-то площадь и тени на ней. Чу, молот, работы, движения. Там люди, увидят ли только они. Фигуры отчетливее стали, вот ближе, сильнее замелькали огни. Должно быть, меня увидали. И кто-то, стоявший на самом краю, воскликнул: «Не ангел ли Божий? Смотрите, смотрите, ведь мы не в раю». «Проклятая шахта, похожий на ад!» — говорили другие, смеясь, и молча на край выбегали. И я приближалась поспешно, дивясь недвижно, они ожидали. «Волконская!» Вдруг закричал Трубецкой. Узнала я голос. Спустили мне лестницу. Я поднялась и стрелой. Знакомые люди все были. Сергей Трубецкой, Артамон Муравьев, Борисовый, князь Оболенский. Потоком сердечных, восторженных слов, похвал моей дерзости женской, была я осыпана, слезы текли по лицам их полным участия. Но где же Сергей мой? За ним уж пошли, не умер бы только от счастья. Кончает урок. «Три пуда руды мы в день достаем для России. Как видите, нас не убили труды». Веселые были такие, шутили, но я под веселостью их печальную повесть читала. Мне новостью были оковы на них, что их закуют. Я не знал. «Известием о Кате, о милой жене», — утешила я Трубецкого. Все письма, по счастью, были при мне с приветом из края родного. Вдруг кто-то воскликнул: «Идет он!
Идет! Окинув пространство глазами, я чуть не упала, рванувшись вперед. Канава была перед нами. Потише, потише. Уже ли затем вы тысячи верст пролетели, сказал Трубецкой, чтобы на горе нам всем погибнуть в канаве у цели. И крепко меня он за руку держал, чтоб было, когда бы вы упали. Сергей торопился, но тихо шагал, оковы уныло звучали. Да, цепи. Палач не забыл ничего, о, мстительный трус и мучитель. Но кроток он был, как избравший его орудием своим искупитель. Пред ним расступались, молчание храня, рабочие, люди и стража. И вот он увидел, увидел меня и руки простер ко мне. Маша! И встал обессиленный, словно вдали. Два ссыльных его поддержали. По бледным щекам его слезы текли, простертые руки дрожали. Душе моей милого голос и звук мгновенно послал обновление, отраду, надежду, забвение от мук, отцовской угрозы забвения. И с криком «Иду!» я бежала бегом, рванув неожиданно руку по узкой доске над зияющим рвом навстречу призывному звуку. «Иду!» посылала мне ласку свою улыбкой лицо испитое. И я подбежала, и душу мою наполнило чувство святое. И я только теперь в руднике роковом, услышав ужасные звуки, увидев оковы на муже моем, вполне поняла его муки. Он много страдал, и умел он страдать. Невольно пред ним я склонила колени. И прежде чем мужа обнять, оковы к губам приложила. И тихого ангела Бог не спаслал в подземные копи. В мгновение и говор, и грохот работ замолчал, и замерло словно движение. Чужие, свои, со слезами в глазах, взволнованные, бледные, суровые, стояли кругом. На недвижных ногах не издали звука оковы. И в воздухе поднятый молот застыл, все тихо, ни песни, ни речи. Казалось, что каждый здесь с нами делил и горечь, и счастье встречи. Святая, святая была тишина какой-то высокой печали, какой-то торжественной думы полна. «Да где же вы все запропали?» Вдруг снизу донесся неистовый крик. «Смотрите, работ появился! Уйдите!» — сказал со слезами старик. «Нарочно я, барыня, скрылся. Теперь уходите, пора. Забронят начальники, люди крутые». И словно из рая спустилась я в ад. И только родные. По-русски меня офицер обругал, внизу ожидавший в тревоге. А сверху мне муж по-французски сказал: «Увидимся, Маша, во строге».
умер бы только от счастья. Кончает урок. Три пуда руды мы в день достаем для России. Как видите, нас не убили труды. Веселые были такие, шутили, но я под веселостью их печальную повесть читала. Мне новостью были оковы на них, что их закуют. Я не знала. Известием о Кате, о милой жене, утешила я Трубецкого. Все письма, по счастью, были при мне с приветом из края родного. Вдруг кто-то воскликнул. Идет он! Идет! Окинув пространство глазами, я чуть не упала, рванувшись вперед. Канава была перед нами. Потише! Потише, уже ли затем вы тысячи верст пролетели, сказал Трубецкой, чтобы на горе нам всем погибнуть в канаве у цели. И крепко меня он за руку держал, чтоб было, когда бы вы упали. Сергей торопился, но тихо шагал, оковы уныло звучали. Да, цепи, палач не забыл ничего. О, мстительный трус и мучитель! Но кроток он был, как избравший его орудием своим искупитель. Пред ним расступались, молчание храня, рабочие, люди и стража. И вот он увидел, увидел меня и руки простер ко мне. Маша! И встал обессиленный, словно вдали. Два ссыльных его поддержали. По бледным щекам его слезы текли, простертые руки дрожали. Душе моей милого голоса звук мгновенно послал обновление, отраду, надежду, забвение от мук, отцовской угрозы забвения. И с криком «Иду!» я бежала бегом, рванув неожиданно руку по узкой доске, над зияющим рвом, навстречу призывному звуку. Иду, посылала мне ласку свою, улыбкой лицо испитое. И я подбежала, и душу мою наполнило чувство святое. И я только теперь в руднике роковом, услышав ужасные звуки, увидев оковы на муже моем, вполне поняла его муки. Он много страдал, и умел он страдать. Невольно пред ним я склонила колени. И прежде чем мужа обнять, оковы к губам приложила. И тихого ангела Бог не спаслал в подземные копи. В мгновение и говор, и грохот работ замолчал, и замерло словно движение. Чужие, свои, со слезами в глазах, взволнованные, бледные, суровые, стояли кругом. На недвижных ногах не издали звука оковы. И в воздухе поднятый молот застыл. Все тихо, ни песни, ни речи. Казалось, что каждый здесь с нами делил и горечь, и счастье встречи. Святая. Святая была тишина какой-то высокой печали, какой-то торжественной думы полна. «Да где же вы все запропали?» Вдруг снизу донесся неистовый крик. «Смотрите, работ появился! Уйдите!» — сказал со слезами старик. «Нарочно я, барыня, скрылся. Теперь уходите, пора. Забронят начальники, люди крутые». И словно из рая спустилась я в ад, и только родные. По-русски меня офицер обругал, внизу ожидавший в тревоге, а сверху мне муж по-французски сказал: «Увидимся, Маша, во строге».